Ну что ж, давайте перенесемся в мир царей, в Россию, да, и познакомимся с необыкновенным стилем а-ля Рус, который всегда отличался необыкновенной пышностью, который любил золото, любил необыкновенные вышивки, преобразим ваш интерьер, но при этом добавим еще легкости, добавим света и визуально расширим пространство. И я пророчу этому лоту абсолютный хит. Я уже вижу, как вы набираете бесплатный телефон. Это тюль невероятный. Я никогда, Кать, нигде не встречала такой красоты. И это тюль яркие розы. Цена 1999 рублей. Экономия 1400 рублей. И, конечно, этот тюль нужно рассматривать. Нужно обратить внимание на эти потрясающие детали. Они того заслуживают, поверьте. Давайте посмотрим ближе. Давайте посмотрим ближе и насладимся этим шиком, этим блеском и этой роскошью. Вот раньше такая роскошь была действительно доступна исключительно только царским особам. Но только не сейчас. Стиль а-ля Рус – это стиль наших предков, сделанный с такой любовью, заботой и, конечно же, роскошью. Но как приятно, когда у нас есть выбор. Ведь у нас два цвета на выбор. Кто-то любит необычайное белое золото, а кто-то любит желтое золото. Выбираете свое. Две модификации: золото и серебро. Арин, но у нас еще и размер. Ведь стиль а-ля Рус – это пышность, и, конечно же, оно подразумевает не только красивые ткани, но и величественные размеры. Итак, посмотрим. Вы только посмотрите. Посмотрите, даже размер. Целых 3 метра ширина нашего тюля. Но скоро мы увидим еще один очень важный элемент нашего тюля. Это отделка, которая произведена у нас внизу. Ведь хочу сразу отметить, что вся эта красота, это еще и вышивка. Все это вышито. Давайте посмотрим, посмотрите. Уважаемый режиссер, давайте, да, посмотрим выше. Вы посмотрите на низ нашего тюля. Насколько он роскошен, насколько он великолепен. И вся вот эта красота, это все объемный дизайн. Кать, каждая розочка сделана отдельно, и каждая деталь здесь, как будто настоящие розы. Это потрясающая работа, посмотрите. Это действительно потрясающая работа, она фактически ручная. Можно сказать, но это 100% имитация ручной работы. Все розы выполнены кружевом, все цветы у нас вышиты золотом, вышито пайетками. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Это действительно эксклюзив, настоящий эксклюзив на телеканале Shop & Shop. В двух цветах, давайте не будем забывать. Посмотрите. Так, я рекомендую. Для того, чтобы создать поистине необычный, нетривиальный интерьер, приобрести сразу два цвета – золото и серебро. Вот серебро. И посмотрите, какую роскошь вы сможете создать в своем доме. И действительно, это необычное решение. Такого вы еще не встречали. Это абсолютно точно. Такой тюль, это изюминка, настоящий хит вашего дома. Какой цвет выбираете вы? Какие драгоценности вы предпочитаете? Драгоценности на вашем окне. И эти яркие розы, поистине настоящая драгоценность. Боже, как они переливаются. Катя, что будет, если будет падать свет, когда солнышко заглянет в наши окна? Ты знаешь, Арина, это будет действительно настоящая фантастика. Эти необыкновенные розы будут сиять. Эти розы будут создавать поистине роскошный такой царский интерьер. Но я рекомендую дополнить еще вашу гостиную, может быть, спальню. Также покрывалом. Посмотрите, какое-то великолепное сочетание. Да. Это прекрасный тандем для готового образа вашего дома. Для такого чистого, уютного и, конечно же, роскошного. Но очень важный момент, конечно же, когда мы видим такую необычайную красоту, это, Ариночка, это практичность. Да, я согласна, роскошь роскошью, но мы все практичные хозяйки. Мы предпочитаем сэкономить, мы это очень любим, а с телеканалом Shop & Show это легко, но мы хотим знать, насколько практична такая роскошь. Ты знаешь, несмотря на то, что цветы, а будто бы вручную все
сшиты, пришиты, так же как пайетки, все очень надежно закреплено. Также наш тюль изготовлен из органзы, из практичной органзы, которая плетется из очень тонких полиэфирных волокон. Но они обладают высочайшей прочностью и практичностью. Вот смотрите, я пытаюсь что-то оторвать. Так. Но нет, все надежно зафиксировано. А я вам сейчас продемонстрирую изнутри, насколько, кстати, хорошо все прошито и насколько аккуратно все выполнено. Это ведь очень важно. Давайте посмотрим. Посмотрите. Идеально. Все просто идеально. Ювелирная работа, очень аккуратная. Посмотрите, ниточка к ниточке. Это ведь тоже очень важно, чтобы и внутри все было гармонично. Украсьте свой дом, начните новую жизнь прямо сейчас с совершенно шикарным предложением от телеканала Shop & Show. 1400 рублей вы экономите. Но когда я смотрю на такой тюль, я понимаю, что это нечто особенное. То, чего нет ни у кого абсолютно. Это станет невероятной сенсацией среди ваших друзей и ваших знакомых. Посмотрите, если мы насладились уже золотом, но вы предпочитаете серебро, выбирайте серебряный цвет. Пожалуйста, посмотрите, как она переливается. Этот тюль – это настоящая драгоценность на вашем окне. Это легкость, это практичность. Обратите внимание, элементы ручной работы, этот блеск. Кать, скажи, пожалуйста, мы точно не потеряем эти пайетки, если будем, допустим, ухаживать как-то за нашим тюлем? Кстати, где и как мы будем ухаживать? Ариночка, мы будем ухаживать дома, что самое главное. Будем ухаживать дома в своей стиральной машинке на деликатном режиме 30 градусов. Самый важный момент. Вот это вот услышьте меня, пожалуйста. Стираем дома 30 градусов, но не превышаем количество оборотов выше 400. Это очень важно. И тогда вот этот блеск, это сияние, это роскошь будет с вами долгие-долгие годы. Арин, ты знаешь, я была так заворожена нашим тюлем, я так им восхищалась, что не обратила внимания, сколько он стоит. Но я предполагала маленько другую цифру. Потому что в магазине один метр такого тюля будет стоить минимум 1000 рублей. Так, один метр. Один метр тюля, а это готовый отшитый тюль 3 метра шириной. Яркие розы станут не только хитом нашего прямого эфира, но и настоящим хитом вашего дома. 1400 рублей вы экономите, и за 1999 рублей вы получаете 3 метра роскоши на ваши окна. Новая жизнь вашего интерьера и вашего дома.